Далеко еще? До Пайтити. Почти прибыли. Прости, что ларец увели. Это не твоя вина. Это все Домингеса-то, Тринити. Всю мою жизнь, с самого детства, все беды от них. У меня могла быть семья. Все могло быть по-другому. Мы найдем ларец и остановим Домингеса. Мы пришли. Лара! Где ларец? Он у Амару. Смерть солнца все ближе и ближе. Мы вернем его до завершения ритуала. Это будет трудно. Придется поменять план. Прошу, подготовься как следует. Мы разведаем и соберем бойцов. Спасибо. Я останусь тут и помогу Учу. Если понадоблюсь, зови. Хорошо. Подготовка к финальному бою? Да, мне тоже так кажется. О. Ага. Спасибо за покупку, Великий Кайман. В миссии Святого Хуана вас ждет новое задание. Вам предстоит усмирить гнев Великого Каймана. Ну, видимо, мы сейчас пойдем смотреть этого гневливого бога. А, по-моему, тут крокодилов пока еще не показывали. А, и еще одно новое задание. В пути домой вы примете участие в решающей битве и получите величайшую награду. Я не очень понимаю, это... Я тоже не понимаю. Сейчас проходить можно или потом? Но вообще, по логике, вообще все вот эти DLC появились после прохождения игры, как бы. Нет, они появлялись... Ну, как бы да, но они встроены. Смотри, как у нас еще не было ни одного DLC, которое шло бы в разрез с сюжетом. Нет, но люди прошли игру, потом вводили DLC. Они не должны были конфликтовать с тем, как закончилась игра. Ну, по логике, да. Меня просто смущает название вот это «Путь домой». Ну, это в этом, на той территории, где мы были. Ну, я не знаю. То есть вот они, два задания. И, наверное, надо сейчас хоть и смотреть все-таки. Так. Спасибо за все, что ты сделала. Может, в следующий раз мы пойдем вместе. А, и у тебя еще задание дополнительное. А как называется? Просто доступно задание. Давай делать побочек, потому что такое ощущение, что это будет финальное задание уже, сюжетное. Или где-то очень близко к финалу. Поэтому мы можем просто уже до конца игры сюда не вернуться. Давай начнем с этого. Лара, рад тебя снова видеть. И я тебя учу. Как идет подготовка к коронации Этсли? Увы, плохо. Вскоре после того, как ты покинула Пайтити, охотники нашли тело Зана в джунглях. Зан? Он из тех, кого ты отправил? Да, я отправил его за луком победителя. Лара, не хочу тебя просить, но... Но могу ли я достать лук победителя? Это большая просьба. Этот предмет сложнее всего найти. Зан был одним из лучших. Можно спросить, что в этом луке особенного? Предки вождя Унурату вырезали его из первой сейбы, которая выросла в диких джунглях. Его передают из поколения в поколение. Унурату вручила его Сайри, отцу Этсли, в день их свадьбы. Он символизирует единство двух семей, но много лет назад он пропал, его забрал Нагваль. Нагваль. Это кто-то, кто умеет превращаться в животное, верно? Да. Он рыщет в джунглях за городом. Лук так понравился ему, что он обманом забрал его у Сайри. Этсли – истинный владелец лука-победителя. Без него ему не стать царем. Хорошо. Куда идти? Спасибо. Вход находится прямо на другой стороне, вверх по берегу реки. Не волнуйся. Я постараюсь найти лук. Все как всегда. Да. То есть где-то... Где тут вход-то? А, вот. Мы тут были, только а куда дальше, не очень понятно. Ну, пойдем. А мы можем, наверное, даже поближе просто. Угу. Времени прошло всего ничего, а как Этсли возмужал. Из него выйдет отличный царь. Он лишился обоих родителей. Как и ты? Да. Мне кажется, он справляется лучше, чем я. Это только со стороны так кажется. Такой груз ответственности. Представить не могу. Значит, дело теперь не только в Тринити? Нет. Я пекусь о Пайтити. Все. У тебя 40 костров открыто. Угу. 40 костров. Звучит страшно. А там дальше не было, вот на той территории, куда нам нужно? Ну, можно было бы сразу туда, но а вдруг что-нибудь сломается? Ну, может быть, да. Как-то я далеко. Странно. Подожди. Ну да, а мне почему-то показалось, что я прям рядом. Ну ладно. Должно быть, это вход в джунгли. Не слишком заманчиво, но, видимо, на то и расчет. Сначала ты. Я вообще туда не пойду. Помнишь парня, которого оттуда принесли? Вернее, то, что от него осталось? Ну давай, хоть у тропы постой. Если бы отец засек меня так близко от джунглей, я бы неделю не мог сесть. Это он нам? Нет. Это они там между собой. А по-моему, это уже нам вслед было сказано. Может быть. Странно. Добыча не съедена. Любое животное могло ее съесть, но никто не осмелился. Справа рюкзак. Да. А что открылось? Непонятно. Ну вот, кроме тайника. Да фиг его знает. У нас где-то сундук не найден. Сундук бы лучше показали где. Похоже на алтарь для жертвоприношений. спрятаться, что ли, надо? Зачем? А куда он мне... А-а-а. Если лук победителя и можно где-то найти, думаю, он здесь. Какое-то стрёмное место. Нет места. Ничего не могу взять. Лара, как всегда. Нет места. Надо было продаться. Возможно. Я вот не помню, но, по-моему, мы сюда не могли попасть. Но мы тут не были, это какое-то незнакомое место. Думаю, мы бы сюда зашли, если бы нас пустили. Там еще дальше, смотри, можно забраться направо. Угу. Нет места. Ничего не могу взять. И все, и тупик. Звуки гробницы слышу. А, ну так мы тут были. А как так? Мы тут были, а там не были. Потому что мы, по-моему, не... Ну, короче, здесь не было территории, мне кажется. Вот здесь вот перекрыто было, что ли? Вот здесь, по-моему, перекрыто было, да. Фиг их знает. Они как-то так незаметно это все перекраивают. Резко так, хоп. И все изменилось. И попробую вспомнить. Ага. Вот прям так лежит, да? Угу. Вот прям так. Кто это вообще? Кто-то из кошачьих вроде. Какая-нибудь пантера. Вообще, да, похоже. Ух ты. Оп, подожди. Кто только это кошачья клыками так нарядил? Вот, да, по поводу, кто нарядил, мне тоже интересно. Вот так. Не ругайся. Сам пристал же. Ну да. Жалко котика. Да. Отлично. Надо вернуть лук Учу. Как-то слишком просто. Я думаю, это не все. Нет? Ага. В чем-то же должна быть заковырка. Не, ну с другой стороны, почему нет? Ну, нет, подожди, учитывая, что там пропал. Тот, кого послали, мы его не нашли. Там жилка. Ну, наверное, все не так просто. Все-таки. Ну, сейчас узнаем. А, наверное, надо было через костер. Проще. А, во. Вот и костер. А вдруг мы какие-нибудь... Прошло всего ничего, а как Этсли возмужал. Лара. Он лишился обоих родителей. Интересно, как он держится. Повторяется. Он справляется с этим лучше меня. Это точно. А, то есть, как интересно, диалоги построены. Чтобы и туда подошло. А здесь что-то забаговало, явно не должно было так случиться. Можно еще что-нибудь вкачать, кстати. Кстати, писали, что, может быть, можно белое дыхание отключить. Но нет, похоже, нельзя. Плюс он работает, в принципе, это белое дыхание. Оно работает почему-то только на стреляющих. Это странно. Имеется в виду из автоматического оружия. Ну да, в смысле. Давай, наверное, пройдем ножками. Боишься сломать? Ну да, боюсь сломать. Вдруг на нас должно напасть, или какая-нибудь катсценка будет, там, или еще что-то. Или, может, диалоги какие интересные попадутся. Похоже, нет. Да можно было переноситься, видимо. Да. Ничего интересного. Победителя. Последний шаг на пути к великому будущему Пайтити. А что с Нагвалем? Ты его видела? Да. Он мертв. Скажи, какой облик он принял? Он был ягуаром. А, самый могущественный облик. Он счел тебя достойным противником. Учу, Нагваль давно поселился в этих джунглях? В детстве нас пугали сказками про него, чтобы мы не уходили за пределы Пайтити. Но когда Амару пришел к власти, Нагваль осмелел. Ты веришь, что Амару повелевает Нагвалем? Да, долго он держал нас в страхе. Хватит. Ты совершила подвиг ради будущего Пайтити, Лара. Ты окажешь мне великую честь, посетив обряд королей. Почто это за честь? Возьми. Это тебе. Это часть доспехов Сайри, отца Этсли. Пусть они станут символом твоей храбрости. Прошу, возьми. Спасибо, Уча. Все, что ли? А, нет. Рок короля призывает всех вас стать свидетелями нового начала! Добро пожаловать на обряд королей! Этсли, сын Унурату, сын Сайри, подойди. Амулет Спасителя хранит в себе мудрость твоих предков. Слушай ее, и твои решения всегда будут беспристрастными и милосердными. Лук победителя хранит в себе силу твоих предков. Уважай ее, и твое правление будет всегда честным и благородным. И, наконец, ты, юный Этсли, хранишь в себе будущее. Будь деятельным и решительным царем. Дари надежду, дари любовь. Не жди, когда благодать опустится на нас с небес, но сделай все, что в твоих силах, чтобы твой народ обрел ее благодаря тебе. Народ Пайтити! С великой гордостью представляю вам Этсли, сына Унурату, сына Сайри и вашего царя! В каком-то подвальчике собрались такие, мелкой кучкой. Ты видел, да? Видел? Она половину речи закрытым ртом говорила. Нет, не обратила внимания. И все? Это вот все DLC? Ну да. Ой, не-не-не, после разговора с Этсли быстрый переход будет недоступен до конца кампании. Да, это, видимо, все DLC. Такое маленькое. Да, совсем маленькое. Что там нам выдали-то? Вот это? Манка. Маскировка травоядных. Да, эту штуку выдали. Это для охоты, я так понимаю. Угу. Вон сверху? Чего? А, нет, это не оно. Кого? Что? Все нормально. Верните мой черный костюм. Не, вот этот крутой, мне очень нравится. В котором ты ходишь, вот. Он вроде? А, нет, не он. Ну, похож на тот. Подожди, или он? Вроде он. Либо вот этот, либо справа от него. Еще один похож. Подожди, я был уверен, что... то есть... У них что-то глючит, только что писалось другое. Двойная защита. А вот я в этом и ходил, все правильно. Или это я так случайно переключился? Ну, в общем, вот, все правильно.